Сегодня будем, значит, делать молочный коктейль. Яблоко нам не нужно, из банана, в общем. Берем молоко. Вот, кстати, вот у нас на дворе 1989. И вот эти вот холодильники изобрели. Возможно, сделаю обзорик. Вот. Так. Вообще, вот еще идет немножко молока нужно, потому что заканчивается кризис на дворе. Вот. Слава Советскому Союзу. Героям слава. Ой, нечаянно, простите. Теперь берем наш любимый. Вот. Вот бананы. Ничего вам видно? Вот у меня просто новенькая камера. Вот. Блять. Новенькая камера у меня дорого стоит. Вот она снимает на ретро стиле. Не на новом стиле. Не то, что вот это черно-белое. Мне батя купил вчера. Вот. Вчера зарплату получил он вчера. Вчера, да. Вот. Купил себе на базаре. Конечно, советская, все советское. А то американская. Мне в школе говорили, что американцы плохие. Вот. Ну, видите, вот новый стиль. Все живое. Блять, сейчас сделаю по-новому, давайте. Вот у нас, дорогие товарищи, готово. Вот все. Вот, смотрите. Вот я немного молочка налил. Вот теперь. Значит, бананчики суем сюда, вот немножко, вот так вот, слегонца, чтоб, вот. Вот у меня еще микрофон хороший тут, вот, 6-герцовый там, хороший микрофон. Хорошо, вот, не то, что вот беззвучный, вот у меня вот бабушкин был, она была там фоторегулятором в Союз мультфильме там. Он там у нее там взяла она, ну, купила за зарплату, там, 2 зарплаты. Было у советский там, как бы черно-белый, давно было, вот. Вот. И она мне дала его, вот, потому что вот мне новый купили, я решил, вот. Ну, я на нем снимал вначале, вот. Вот теперь на этом снимаю, пошел новый, вот. Вот, вот теперь молоко наливаем. Молоко вот домашнее, деревенское. В белом такое, все строго по стилю, как Сталин говорил. Вот. Ну вот, вот немного тут плавает этот новый стиль, просто вот я в фильмах советских смотрел, то, что там вот не плавает такое. Ну, у меня плавает. У них, вот, у меня, вот я спрашиваю у родителей, почему у меня плавает вот тут, а у них нет. Они говорили, то, что у них дорого стоит. Вот. И вот, ну, там, 4 зарплаты. То есть, вот. Советский вот этот госторг там уже побольше, получше. И там вот эти вот кадров, там вот эти вот американские, я не буду говорить, уже американцы козлы. Вот, я вот уже прикрепил тут хорошо. Вот, вроде бы хорошо прикреплено, ну-ка давайте я открою. А то, не, иногда побольше, а то маловато что-то. Я 2 банана. 2 банана, это я вот неделю столовой советской не питался, я в школе пирожки не ел. Вот. Ну, мне родители говорят то, что, мол, не надо, надо кушать все время, но я как бы закаляюсь, я же труд. Но я у родителей спрашивал, они так делали, они говорят, ну, делали немножко, но это так, на крайние моменты. То есть желательно такое не делать, родители говорят. Ну, я, конечно, ну, слушаюсь их, конечно, но не всегда, конечно, потому что, ну, я хочу как-то так, а они хотят так. Я не знаю, что говорить, когда вот так вот. Ну, смотрите, вот сейчас будет вот. Пошло дело. Вот, дело идет. Это, кстати, советская. Советская эта штучка.
она это, комбайн называется. Вот, давайте. Вот, советский контейнер появился, вот. Так что вкусно, полезно. Всем пока.